Ну чё, гайз, всем ку, всем здорово. Наконец-то. Наконец-то запустил. Да. Ну, в принципе, как и обещал. Сегодня будет завершающая по этому, блядь, богу войны. И сразу же начинаем вампиров. Как вообще поступаем? Наверное, я сразу вампиров офну. Фу, блядь, бога войны офну. Ну, вообще, без принципа сразу упрёмся. Не думая, как говорится, над стечением обстоятельств сразу. Я не буду фармить ради ачивок эти данжики, там, где, блядь, на время, там, где нужно смолу всякую срань и все остальное. Мне это нахуй не надо. Я заебусь. Я потом, может, как-нибудь не стрим пройду, эти две ачивки выбью и выбью хуй с ними. Но все равно я так и так я на платину, можно сказать, прошел. Эти данжики на время, пизду я их видел. Так, что остальное? Что осталось, по сути, если посмотреть? Тут какая-то просьба с этим говном и вот эти вот. Но это вообще хуета собачья. В остальном плане получается все. Мне осталось только пройти сюжетную развязочку и готово. Так, что там по стриму? Нормально все идет, то, блядь. Да, заебумба, все отлично. Поехали. Так, устройство. Все, найс. Поехали. Не знаю, сколько мне еще играть с ней надо. Может там полчасика, может час, может три часа. Короче, глянем. Так, мне нужно
эту хуйню активировать, да? Ну, поперли. Так, а что у них по броньке? А, ну... Ну, похуй еще. Валькирию побил уже, заебись. Поехали. Полагает, что статуя все еще в брюхе. Он готов позволить вам зайти в его пасть и поискать. Фу, серьезно? Ну, поверь мне, он от этого тоже не в восторге. Искать. Он же длинный, как пизда просто. Остаться. Такое я не пропущу. Ну, я бы лишний раз пропустил. Нахуй такое вообще? Так, где эта лодка ебаная? Полетели. Ну, братья, бывал я в странных местах, но это что-то новое. Я никогда не бывал в брюхе великана. И отец... Меня много раз пытались. Наверное, кто-то должен нам ответить. Вперед! Чрево зверя. Найдите глаз Мимира. Странно, мне как-то снилось, что меня съели. Снов не стоит бояться. Я не боюсь, просто вспомнил, какие были ощущения в детстве. Ищем статую. А лодка не поломается? Ну, за... Ну, как бы... Не знаю, не растворится в жлучном соке. Будет хуже, а тут по запаху похоже на вересковый эль, даже приятно. Ты чудной. Что это там внизу? А, здесь вода сжется. Это ведь вода или что? Ага, в основном. Вон там молот. Молот? Блин, если это было бы молот Тора, я бы кекнул. А, ну... Ну, в принципе, статую. Ладно. Поехали. Так.
мог спрятать твой глаз? Откуда мне знать? Я же этим глазом не вижу. Ладно. Ну, а вдруг видишь? Ты же не знаешь. Просто там темно. О. Ага, это глаз. Вставьте его мне в голову для надежности. Будьте добры, побережнее. Да, нормально. Спасибо, дела. Брат. Сойдет. Вот уж правда, что имеем, не храним. Что имеем? Да, нормально. Здорово, пусть здорово. Да, заканчиваем. Я, короче, решил, что не буду фармить эти вот там, где на время, там, где, ну, типа, мечей и хуйню. Я думаю, что, блядь, это неинтересно. Да я сам не хочу, это полная мутня. Я не стримаю. Пройду самостоятельно это. Я просто сюжетку допройду, потому что хочу узнать концовочку, и пойду в вампиров. Валькирии, да. Валькирии, да, всех. Так, а... Окей. Не сказать, что это богиня Валькирии прям сложная, ну занимательная. Скоро DLC на катану Зеро выйдет, заебись, поиграем. Да, конечно. Как ощущения? Ну не могу сказать, что чувствую себя целым, но стало лучше. Биврёст цел. Выдержать. У нас есть все, что нужно. Наконец-то идем в Йотунхейм. Теперь нас никто не остановит. Ты не слыхал выражение «испытывать судьбу»? Судьба — просто выдумка, выдумка богов. Ну да, конечно. Если что, они сын своего отца. Внутри чрева зверя. Ну, короче, этого змея вонючего огромного. А как нам выбраться? Подадим знак. Что-то. Ну, это было страшновато. Может, мы раздражаем желудок Йормунганда? Нет, что-то не так. Что происходит? Все плохо! Все позади. Все плохо. Все позади. Нужно спешить. Согласен, как никогда. Его пинают? У меня в ахуе будут, если его пинают. Держись и постарайся не упасть. Лодка кренится, я! Держу! Ну, блин, это же уличный сок змеюги. Начинаю. А с ним что? Это мы его? Нет. Что-то еще. Мертвый великан. Почему змей выбрал это место? Смотри! Ну, это не к добру, наверное. Да. Рэя, она ведь за нас, да? Пока будь осторожен, надо убедиться. Мировой змей, что произошло? Мы сами не знаем. Ты далеко от дома. Я ищу своего сына. Вы двое.
помогли мне многое понять. Так ты не знаешь, где он? Нет. Но леса и поля произносят его имя. Я знаю, что он здесь, в Мидгарде. Герово, что в Мидгарде? Когда ты его видела? Давно. Еще до твоего рождения. А ты от меня как будто пятишься. В чем дело? Что-то случилось. Вон! Как терминатор просто с воды выходит. Похуй. Я прямо как чуял. Если ударить по большой змее, вы двое тотчас же выползете наружу. Да вы хоть понимаете, хоть мысли у вас есть, как вы дорого мне обошлись. Сынок. Мама. Я здесь. Не убегай. О нет, мама, я никуда не уйду. Я знаю, ты все еще злишься. Я знаю, твои чувства не изменились, но я хочу, чтобы ты... Мои чувства? Мои чувства! Да я провел последние 100 зим, представляя себе вот эту минуту. Я 1000 раз повторил все, что хочу сказать тебе, каждое слово, чтобы ты, наконец, поняла, насколько жестоко ты меня обокрала. Но теперь я вдруг понял... Нет мне никакой нужды объяснять тебе ничего. Ты мне вообще больше не нужна. Нет, отойди, Кратос, мне не нужно. Ты идешь по пути мести. Он не принесет мира. Поверь. Ты... С тобой я потом разберусь. Но сначала семья. Ну, начинается. Так. Направление вспомнить, подожди. Уходи, пожалуйста. Так. Нет, я достану до него. Прекрати сопротивляться. Нихуя ты умная. Это дура ебаная. И сука. Ой, блядь. Иди ты нахуй, блядь. Я, блядь, валькирию убил, блядь. Так, ну это не я обосрался. Ёмный батя, ну уж Фрей не выебал. Тебе отвернуться, парень. Сейчас будет страшно. Я тебе не позволю. Нет, мальчик. Стой! Ой, блядь. Атрей, ты ранен. Дыши, дыши. Блядь, он не ранен. А. Нет, моя кровь. Я чувствую боль. Так вот почему нам на эти зеленые стрелы агрилось. Я снова все чувствую. Он стал уязвим?
Уебать, то проснулся. А это что проснулся? Что происходит? Фрея хочет нас убить? Нет. Слышишь, ветер? Мы движемся. Это стрела. Бальдор ударил в Амелу? Амела была в ремне колчана. Похоже, она его ранит. Колдовские стрелы. Не просто ранит, Амела сняла чары. Его можно убить. Можно, теперь я припоминаю. Так вовремя-то. Так вовремя. Да гигант жив, что ли, что? А как? Она управляет этим? Не лезьте! Я с ним поговорю! Нет, женщина, не лезьте! Она управляет им. Он хочет твоей смерти! Вы не остановите меня! Что, я делаю, что должен? Никто не остановит! Где он? Что, он дебил, пусть что ли, блин? Пусть он даже меня убьет! Я защищу его! Я не позволю ему умереть! Трогательно! Скоро все закончится! Ну охуеть, что мне делать? Вот! Ну, а, блядь! Сошла с ума, ну. Чувство, я бы не сказал, что она сошла с ума, скорее, ну, мать же. Нахуй иди, блять. Блять. Ой, блять. Бля, сейчас трука. Не ёбнет случаем? Я чувствую! Чувствую! Холод! Так если он чувствует, то в чём доебался, блядь? Не трогай моего сына! Да не так. О, блядь. Блять. Ой, бля. БДСМщик, ну... Ну, действительно, давай он остановится и меня убьет. Ну, бля, ну... Логично. Ого. Пошел нахуй. Если бы она его остановила, окей, вопрос. Пустите мне что? Гогочет, блять. О, хорош. Давай ее убьем. Сын, кристалл. Нас.
Так. Атрей! Я здесь! Я жив! У меня все чудесно! Никогда не чувствовал себя столь живым! Прекрати! Ой, блядь, Амогус. Блядь, ну что за Амогус? Челиков высирает, ну. Ладно. Так, понял. Попёрдывание. Была Могусом, так она и была. Она же специально у него забрала стрелы. На, блядь. Потому что эти стрелы его могут, типа, избавиться от заклятия, которое берегает его от бессмертия. Все, что она Могусом была. В принципе, у нее было есть своя какая-то логика, но все равно. Ну я нажал, если что. Нифига себе, даже остановка времени. А, он ускорился. Срать мне, блядь. Ну тогда. Не, я, конечно, понимаю, что проблемы родителей и детей — это всегда сложная тема. Но знаешь, что все от этого помогает? Просто разговор. Обычный. Лёва. Мама! Я убью тебя! Окей, убивай. Нужно постоять просто. Она прибьет. Мазохист, но он столетиями не мог ничего почувствовать, а тут вернул все свои типа чувства. Пиздец. Атрей! Оставь моего сына в покое! Не нужно так! Ну так поговори с ним. Вот. Останови! Все кряхтят, не могут ничего добиться толком. По-моему, бьют только меня, блядь. Бля. А, точно, во. Ну, на, блядь. Бля, я думаю, сейчас голову оторвет. Она сама сидит, ничего не делает. Прежде чем вы умрете, я хочу поблагодарить вас обоих. Вы сделали то,
то, что не удалось даже все отцу. Я никогда не чувствовал себя таким живым. Какая ирония, а? Что? 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 Ну, понял, что? А чё ты меня отфриндишь? Видишь, он дурноват какой-то. Переключаться должен. Бля, это больше похоже на страховое представление. Что за циркачество, блядь? Скажи не мне. Какой-то он тебя немножко дурноватый. Ладно, кто-то быстренький. Меня! Ну да. Ты почти сдох, кстати. Ну, ладно. Может, я не против, может. Это... Ок, сцена. Ну, а, блядь. Ой, бля, так забирай его и уходи. Это дура. Жесть, он прокачался. Давай. Убей меня. Стой. Пожалуйста.
отец, он побежден. Не опасен. Логично. Ты нас преследовать. Ты не тронешь ее. Мне не нужна твоя защита. Ничего не можешь с собой поделать, мама. Что бы я ни сказал или сделал, все равно ты все равно продолжишь вмешиваться в мою жизнь. Я лишь пыталась тебя защитить. Я... Я ошибалась. Признаю. Но ты свободен. Ты получил, что хотел. Найди в себе прощение, и мы начнем все заново. Нет. Нет. Ну почему? Не начнем. Потому что я тебя никогда не прощу. Ты должна заплатить за жизнь, которую ты украла у меня. Я уже заплатила. Я заплатила. Но если лишь это тебя исцелит, если моя смерть для тебя все исправит, я не помешаю тебе. Я знаю. Все поубивают друг друга, блядь. Что? Нет, отец! Пьюни вообще. Я люблю тебя. Я люблю. Честно, хуй на них. Снег. Ты ну и ладно. Нет, 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 мой мальчик, мой милый мальчик. Фрея. Это его выбор. Тебя будут ждать самые жуткие, самые жестокие страдания. Обещаю. Я покажу твой хладный труп обитателям всех девяти миров. Я скормлю твою душу самым грязным тварям Хеля, я клянусь! Тебе в этом слышишь? Он спас тебе жизнь! Он отнял у меня все! Давай ее убьем, блядь! Че проблема? Давай ее, блядь! Сегодня! Топором ебни, блядь! Че проблема? Ебни топором! Ты как животное! Тебя переполняет жестокость и ярость. Ты не изменишься. Ты меня не знаешь. Я знаю достаточно. А он? Ну ёбни топором, ну и хуй на неё. Господи. Сын, слушай меня. Моя родина зовется Спарта. Очень давно я продал душу одному из богов. Я убил многих злодеев. И многих невинных.
своего отца. Так в Хеле был твой отец. Боги всегда так делают. И так должно быть. Сын убивает мать и отца. Нет. Мы будем такими богами, какими захотим. Мы сами сделаем выбор. Ты не должен повторять мой путь. Мы станем лучше. Ну, теперь мы преступники. В ее глазах, да. Но она бы не защитила себя. Ну, в принципе, нужно это до конца, и ее выбор был. Силы. И его выбор, и ее выбор. Блять, ёбнул бы двоих и не ебал себе голову, господи. Проблему нашел. Не понимаю. Я знаю, что ее нужно было спасти. Но в конце она оказалась очень злой. Не злой. Ты убил ее сына. Ее сына! Родителю нелегко пережить смерть ребенка. Он хотел убить ее. Она бы умерла, чтобы спасти его. Только родитель может это понять. Ты бы дал мне убить тебя? Ради твоего спасения, да. Слушай, всем пришлось сделать сложный выбор. Но все мы понимаем, что ты поступил правильно. Мир лучше и добрее, если в нем есть Фрея. Просто дайте ей время. Она придет в себя. Тогда в храм Тюра. Я что-то... Да. Я что-то думаю. Я что-то думаю во второй части. Она его, блин, полжизнь, пол игры преследовать будет. Может, Один пообещал, что в Йотунхейме он избавится от... Я думаю, она будет по всю игру следующую преследовать, блядь. Магия Иванов сильна, но ее законы запутаны и туманны. Наверное, ведьмам они яснее. Но как это все печально и трагично. Бальдер был самым драгоценным, что Фрейя получила от Одина. Она хотела уберечь его от боли, а себя от потери. Но такие порывы даже хороших родителей толкают на глупости. Я не думаю, что так что именно что это будет. Это скорее будет БДСМ от со стороны Фрей. Больше мозгов, чем у Фрей. Да, а что? У него есть мозги, просто... Блин, ну... У него просто своя концепция была. То есть, ну она ж не хочет, чтобы, типа, ее сын погиб. А, типа... Она осталась жива. То же самое тут. Вот и все, даже вот Мимир сказал, что типа это самое дорогое, что типа у нее есть, ее сын. И, типа, ура! Какая разница? Ну, если все пойдет как задумано. Так что, в принципе, давай, логично. И отправимся. Вероятно. Вероятно, блядь. Мир доступен, ну пошли. Переходим. Очень хочу Рагнарёк поиграть. Говорит, что там вообще все еще лучше по катсценам и всем остальным. Я сын, прям очень хочу. Голову. Готовься. А, да. Взял. Будем надеяться, что ты не взорвешься. Об этом я не думал. Может, это стоит сперва обсудить? Не, все будет хорошо. Готов. Ой! Неприятно! Давай, сын! Нифига себе ключ разговаривающий. Смотри. Цель близка. Ну, чего мы ждем? Это далеко? Увидим.
Стоп, стоп, слушайте, на два слова. Зачем портить такой важный момент присутствием гниющей головы? Может, я здесь подожду? Это ведь семейное дело. Да. Но если кто-то найдет... Клянусь мягонькими сиськами, божественный Сив. У вас получилось. Простите. Хотели увидеть. О, нет. Нет, 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 нет. Ну ладно, ладно. Присмотрите тут за головой. Я могу. Нет, не могу. Ну ладно. А что, что хотел сделать, что ли, или что? Готов. Идем. Так, ну мы, получается, в Ютунхейме уже, да? Да? У меня на тебя большие планы. Бля, я что-то не о том подумал. У меня у тебя большие планы. Что-то, блядь. Не о том думаю я нынче. Ладно, ничего страшного. Бывает такое. Это страна великанов? Что она маленькая гора какая-то? Ну ладно, наверное, мы просто не прошли через врата адекватно. Сейчас посмотрим. Но вторую часть Рагнарёк хочу играть, блядь. Когда выйдет на ПК, обязательно. На плойке не хочу. Не вообще. Хотя кого обману, была бы плойка. Блять, кто зафлешил? Блять, и чё? Должно быть или что? А, я должен был пройти дальше. Блять, я чё? Смотри, мы на пальцах великана. Впереди высочайшая вершина. Вон там. Мы дошли. Дошли. Блять, я думаю, а что за флешил это? Что ты делаешь? Мне больше нечего скрывать. Может, пойдем? Цель так близка. Шрам от цепей? Же охуенно у него кинжалы, ёбаный в рот просто. Так он же их нацепил, когда начал клинки одевать. Тебе так в середине игры. А, вот Йотунхейм. А. Блять, горы какие-то. Сын. Ничего. Я думал, что уже услышу голоса. Интересно, откуда он понял язык змеев? Он типа не должен знать. Живой?
Что это такое? Наверное, по пути из Мидгарда они все проходили здесь. Чьи это лица? Может, это все великаны, что ушли из Мидгарда живыми? Как-то их мало. Один и Тор — разрушители всего. Интересно. В чем прикол? А в чем их вражда вообще? Взял, поубивал великанов. Поеблана. Тор, что Один, блядь. Кто этот страж? Вот мне интересно из всех этих вот мифов узнать именно про то, что случилось с великанами, потому что это реально какой-то сюжет интересный прям. Во вторую Хель? Угу. Вы скоро его дождетесь, ага. Знаешь, что вторая часть называется Рагнарёк, то можно не думать об этом. Где они теперь? Они спаслись. Значит, могли тут выжить. Но я не уверен. Я должен их чувствовать. Но никого нет. Все мертвое. Зачем мама отправила нас сюда? Каждый ответ рождает еще больше вопросов. Твой топор. Это мама. Смотри. Она спорит с великанами. Она знала великанов? Это мы. Когда встретили мирового змея. Чего? Но как... И наш бой с Бальдром. Это было только что. Стой. Они знали все, что произойдет. Дракон на горе и каменщик. Эти рисунки. Это все про нас. Нет. Это все про тебя. Но что это значит? Значит, что у твоей матери тоже была тайна. Ты не знал. Она великан. И я великан. Почему она скрыла? Она отправила нас сюда, чтобы мы это узнали. Но... Угу. Почему не сказала сама? Наверняка на то были причины. Угу. Бальдра не отправляли искать меня. Он с самого начала искал ее. Не знаю, что она стала пеплом. Раз у нее был замысел, я ей верю. Каков бы он ни был. К тому же,
Она еще не ошибалась. Скорей! Мы почти дошли до конца. Интересно, будущее сделано? Да. Да, это так. Чё это? Чё там за... Что там было нарисовано? Подожди. Почему мам великанша? Ну, понимаешь, это как с мифологией с эльфами, понимаешь? Потому что мы понимаем великанов как великанов, но, возможно, именно в скандинавских мифологиях они были другие. Так что, в принципе, они могли быть, ну, в полтора раза выше людей, но при этом иметь охуенные технологии. Но когда эльф... Она была здесь. Как эльфов отображали самыми красивыми, а в скандинавском они жуки были с помощью. Наблюдала за нами. Да-да-да-да-да. Вела нас домой. Так что, в принципе, можно осознать, что все великаны, они были, типа, как инопланетяне, слишком развитые. Поэтому, типа, они хотели дохуя. Вот Фрейя вроде бы тоже великанша, но я могу ошибаться и не помню. Или нет. Но она, ну, Фрей считается богинями Валькирии, пока крылья не потеряла. Сама королева, точнее, королева, как сама королева Валькирии, типа, сказала, типа, королеву их нема. У них была Фрея, но она крылья потеряла из-за Одина. Получается, она или видела будущее, и поэтому сказала сюда прийти, или что-то еще. Но я думаю, Рагнарёк бы все рассказал. Ну, как говорится, хуй вам, блин. Ничего не узнаешь. Соси. Блять, ну это вообще пизда. Это тоскливо. Тоскливо. Я бы, вот серьезно, сразу после вот этого пошел бы проходить вторую часть на среднем уровне сложности, чисто сюжет посмотреть. Когда Рагнарёк, когда он выйдет на ПК. Видишь, он же еще не вышел. Отец. Нет. Сделаем это вместе. Сын. Когда сосатели, вот, сейчас закончится God of War, пойдем в сосателей. То, что от нее осталось. Но я думаю, что в ее плане не было развеять прах, как я это вижу, а в плане увидеть, что типа у их жизни есть что-то большее, точнее у ее сына. Типа это не просто так. Вот и все. Бля, а я думаю, что, блять, это не горы. Прощай, Фэй. Люблю тебя, мам. Так это... Великанов... И правда, больше нет. Это великаны, блядь. Нам пора идти. Ну, значит, они не были мелкими. Идем. Это кто их мать вообще? Чё, блядь? Я не понимаю нихуя. А чё мать тогда мелкая? Или она не мелкая, была мелкой? Мама была из великанов. Я полувеликан, полубог? И еще смертный. Да. Но я одного не могу понять. Имя на стене. Великаны называли меня Локи. Чё? Локи. Мать сначала хотела назвать тебя так,
Может, успела сказать родичам. Но почему? Этот вопрос мы отложим. Сейчас идем домой. По мифологиям Локи. Сын Одина. Или приемный сын, я не знаю. Что-то такое. Что-то из этого. Что стоит подметить. Немножечко такую тему. Она хотела быть здесь, вместе с родными. Но она знала, что здесь будет вот так. Хотела, чтобы мы это увидели. Хотела, чтобы мы рассказали об этом или скрыли. Я не знаю. Блять, слушайте, так это же вообще охуеть. То есть, если подумать, Один, который хотел получить ключ от Йотунхейма, он бы нихуя бы не получил. Он просто пришел в кладбище, Прийти в кладбище, блядь. Это подъем, блядь. Ну, в принципе, никого ж нету, получается. Там ж кладбище целое. Там, блядь, все великаны просто лежат. А почему так? Почему ничего не рассказывается? Они тупо ушли, и ничего не понятно. Или они умерли от голода, или от чего. В принципе, никого нет. Одел двух коней. А с кем спал Зевс? Подумай. Откуда кентавры и минотавры? Давай я с этим обсудим. Тебе принимать решение. О! Так что ничего удивительного. Ну, Локи был долбоебом. Вот, в плане именно всякую хуйню вытворял. Он был веселым. А почему ты назвал меня Атреем? Это ведь не в честь бога. Ха, нет. Это был воин. Спартанец. Великий воин? Все спартанцы — великие воины. Мы тренируемся с рождения. Дисциплина, долг, битвы и смерть. Жизнь всегда сурова, и мы сурово смотрим на нее. Но спартанец Атрей не был похож на других. Он улыбался даже в худшие дни. Он вселял в нас надежду. Глядя на него, мы понимали, что хоть мы всю жизнь посвящаем войне, мы все же люди. Что в нас есть человечность. Глубоко. Когда настала его очередь погибнуть в бою, своей смертью он спас много людей и перевернул ход сражения. Я принес его домой на щите и похоронил с почестями, по всем спартанским обычаям. Память о нем утешала меня в самые темные времена. Ого, ты все-таки умеешь рассказывать, а Мимир не слышал. Жестко, это глубоко, кстати. Круто. Блин, я вообще хочу первые три части пройти. Я понимаю, конечно, что... Что-то типа ожидать такого же первых трех невозможно, но я меньшего ожидал от God of War. Вообще меньшего. Я думаю, это тупо слэшер по убийству богов, все. А тут прям... Прям неплохо. Мне зашло. Прям хорошая игра, очень хорошая. Ролики просто падные. Я смотрю, как сериал, блядь. Вообще охуенно. Я думаю, если был бы сериал, они бы обосрались бы с ними. С ними, ох, как обосрались бы. Я пойму, если ты решишь теперь возвращаться домой. Но, может, мама отправила нас сюда, чтобы мы спасали других? Что бы сделал спартанец Атрей? А что бы сделал Локи? Странное имя. Я что-то просто думаю, а вообще, если отринуться от всего, Локи вообще существует, ну, кроме как бог. Ну, как бог, есть Локи типа Атрей, а есть Локи типа отдельный или нет? Или типа нет, или типа иди нахуй. Ну, наверное, пойду я нахуй, скорее. Мемы не делали, ну, что поделать. Ну, классная, классная вещь, пизда. Во вторую часть. Ох, как я вам рад. Я уже по горло сыт общением с гномами. В чем дело, Мимир? Сперва они меня измерили вдоль и поперек, а потом спорили о погоде.
Куда тебя отнести? Пожалуй, в приветливое подальше отсюда. Эх, что поделать? Буду сейчас на работку пойду. Ну, ничего не попишешь. Так. И что, зачем мне это? Все? Получается все, КГ? Подожди, я может что пропустил? Сейчас посмотрю. Цели нету. Прежде чем вернемся в Мидгард, я должен предупредить. Там больше времени, чем кажется. И снегопад, который начался, когда ты убил Бальдра, это дурное знамение. Что приближается зима? Не просто зима, а великая зима, которая продлится 3 лета, а после нее начнется Рагнарёк. Рагнарёк? Из-за снега? Да, будет много-много снега, а затем наступит конец этому дурному миру. Примерно так. Еще одно пророчество. Нет, брат. Пророчество говорит, что до этого не менее 100 зим. Ты, говорю тебе, это Фимбул Гинтер. Я это жопой чувствую. Зима близко. Прекрати. Ты меня пугаешь. Снег все равно пошел бы рано или поздно. Это не просто снег, как тебе известно. Это конец света. Не смей заставлять меня трезво мыслить. Парни, просто говорим о погоде. Недавно похолодало. Он хочет сказать, что грядет Фимбул Винтер. Самая распоследняя зима. Я это жопой чувствую. Да, мы слышали. Так что, если идете домой, постарайтесь не останавливаться и не умереть. А если не идете домой, то же самое. Ну да, снег пошел. Или... Ну и все. Получается. Ну все, все. Нормально. Я вообще игру я ожидал ну, меньшего. Вообще, ну, получил прям неплохую тему. Ладно, давайте-то. Пойду схожу. Я надеюсь, что это будет ненадолго. Ну, я надеюсь, по крайней мере, на часик-полтора. Но я стрим отрублю в Дискорде. Откликнусь, что я типа вернулся и продолжим. Потом будет сосатель, обязательно. Обязательно. Если что, я отпишу. Но я думаю, что сосатель точно будет. Так что давайте. Через часик-полтора запускаю. Все. В Дискордике ждем. В Дискордике ждем. Все. Не отходим далеко. Все, давайте.